Осталась неделя, чтобы найти слабое место страйкеров и удачно им воспользоваться. Похоже, сегодня суперстрайкеры одержат очередную победу. Они явно лидируют, но пока забили всего один гол. Осталось всего несколько секунд. Успеют ли Саминг сравнять счет? Или защитники их не подпустят? Я забыл! Судя по всему, Блок и Нордшо не поняли друг друга. Сможет ли Блок вернуть мяч? Само Ли бьет? Нет! Блок отбирает мяч. Но где же Норд? Гол! Саминг! Это ничья. Значит, сегодня страйкеры очков не получат. Матч с Техникали на следующей неделе явно будет непростым. Судя по всему, Блок и Нордшо не поняли друг друга. Ага! Несогласованность их действий станет нашим спасением! I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Striker. Super Strikers! Суперстрайкеры. Игра вслепую. Обычно Блок не очень-то любит разговаривать. Но на поле интуиция редко его подводит. Странно, что сегодня он играл не самым лучшим образом. Это Бен Зет, прямой эфир со стадиона Страйкерленд. Теперь все ясно. Когда страйкеры разобщены, они не опасны. Значит... Чтобы их победить, нужно нарушить их связь. Но как? Если память этого компьютера не уступает моей, ответ должен быть где-то здесь. И я его найду. Блок, что ты делаешь? Пора ехать на тренировочную базу. Ладно, но зачем ты собираешь вещи? Что? Нет, Блок, ты не можешь уйти! Послушай, тренер придумал специальные упражнения, чтобы такого больше не случилось. Хорошо, предлагаю сделку. Ты сыграешь еще один матч. Если мы выиграем у Техникали, ты останешься в команде. Если нет, можешь уходить куда захочешь. Уговор? Идем. Пора тренироваться. Ух ты! Парни, мы пришли на концерт или что? Что вы задумали, тренер? Увидите. Или, возможно, нет. Стоп! Назад, назад. Где же ты? Да, вот оно. Азулы против Локомотива. Последние 15 минут матча. Туман был такой густой, что игроки ничего не видели. И голов не забили. Да... Если я создам те же условия на нашем стадионе, мы точно обыграем суперстрайкеров!
На следующей неделе у нас игра с Техникали. Эффективная коммуникация. Вот наш главный ключ к победе в этом матче. В обороне мы сыграем безупречно, тренер. Баргасевер. Точняк. А теперь слушайте. Сегодня мы будем тренироваться вообще без слов. Чтобы общаться, голос не нужен. Тренер, какое это имеет отношение к футболу? Откуда ты знаешь, что Кул Джо пасует тебе, если он молчит? О, это просто. Я считываю сигналы, жесты, повороты головы. Это называется беззвучная связь. О, вы же знаете, как иногда шумят болельщики. Например, вот так. Мы как будто на стадионе. Ладно, парни, посмотрим, что получится. Нападающие против защитников. Начали! Что? Я не слышу, что вы говорите! Молодцы! Но это было самое легкое. Ха-ха! А теперь я ничего не вижу. Тренер, как нам играть, если ничего не видно? Что, если вы не сможете ни слышать, ни видеть? На поле этого не случится! Вы же знаете друг друга. Попробуйте. А теперь посмотрим, как вы справились. Вы не это ищете? Слезь с меня! Не волнуйся, Блок. Если ты где-то там, все будет хорошо. Мы не будем играть в темноте. Страйкеры будут играть себе и играть. Пока. Погода вдруг не переменится. Нельзя победить, если ты ничего не видишь. Но Техникали туман не остановит. Проверка, раз, два, три. Проверка, проверка. Я вас отлично слышу, сэр. Превосходно. В тумане они будут абсолютно слепы. Но... как будем видеть мы? Ты все еще слышишь меня? Да. Тогда пошел вон! Все получится даже лучше, чем я думал. Обычно Блок не очень-то любит разговаривать. Но на поле интуиция редко его подводит. Странно, что сегодня он играл не самым лучшим образом. Это Бен Зет, прямой эфир со стадиона Страйкерленд. Ты сыграешь еще один матч. Если мы выиграем у Техникали, ты останешься. Матч вот-вот начнется. Многие согласятся, что Техникали будет сложно обыграть суперстрайкеров. Это точно. Многие согласятся, что Техникали будет сложно обыграть суперстрайкеров. Что? Беззвучная связь. Смотрите друг на друга. Читайте сигналы. Потому что здесь вы ничего не услышите. Всем надеть эти беруши.
Суперстрайкеры! А, похоже, суперстрайкеры поработали над взаимопониманием. Вот только увидеть друг друга они не смогут. Удачи, суперстрайкеры! Удачной нам игры, бро! А? Что он сказал? Удачной нам игры! Точно, да! Эй, удачной нам игры! И главный вопрос, который волнует всех болельщиков. Как сегодня сыграет Блок? Мне кажется, или Кул Джо танцует. Ха-ха! У-ха! Невероятно! Они отлично понимают друг друга без слов. Как им это удается? Это потрясающе! Страйкеры забивают первый гол! По-моему, они выразились четко и ясно. Они говорят, нам нужны голы! Даже не надейтесь, страйкеры. Даже не надейтесь. Посмотрим, чему научились защитники. Оборона у суперстрайкеров, как всегда, на высоте. Все четко и быстро. Суперстрайкеры говорят на языке, которого техникали не понимают. Ха-ха-ха, да, на языке футбола. Мяч у Блока. Ух ты! Он перелетает почти все поле! Гол! Шейк забивает еще один! Второй за сегодня. У хозяев поля почти не остается шансов на победу. Осталось всего 15 минут. Смогут ли техникали отыграться? Если только случится чудо. Вы достаточно повеселились, суперстрайкеры. Видишь, мы решили проблему. Ты остаешься с нами. Глазам не верю. Фантастика. Еще 5 минут назад погода была отличная. Получилось. Работает, работает. Давай, бро. Мы должны победить. Пас влево. 11 метров. Гол! Кажется. Мак, ты что-нибудь видел? О, да! Наверное. Это был гол! Техникали прорвали оборону и забили. Не понимаю, как они мяч-то видят? Какой интересный выдался второй тайм, Мак. Тут и так дышать нечем. Пора сравнять счет. Вперед! Влево! 2 шага влево. Нет, в другое лево. Бей! Гол! Ух ты!
В тумане техникали играют на удивление хорошо. А? Они сравняли счет? Как мы прозевали два мяча? Мы? А, кажется, у техникали появился шанс. Не знаю, сможем ли мы продолжить игру. А пока вернитесь в раздевалки. Мне нужно все обсудить с судейской бригадой. Может, туман рассеется? Едва ли. Эй, вообще-то игра еще не закончена. Не теряем боевой настрой. Но ведь на поле ничего не видно. Они либо отменят матч, и мы поделим очки, либо решат доиграть. Они надеялись на чудо. Точно, и оно случилось. Как они видят мяч? Да, как они забивают. Это не важно. Мы все равно должны обыграть техникали. Если матч продолжат, у нас будет всего 5 минут, чтобы победить. Парни, нам нужен гениальный план. Бейджазейден! У Блока есть идея. Брайль? М? Это шрифт для слепых людей. Бейджазейден! Это значит гол? А, да! Это блестяще! Блок хочет забить гол. И как я сам не додумался! А, да, я понял. Но нас 11, а точек 12. Слишком рискованно. Техникали хотят продолжить игру. Что думают страйкеры? Да, вперед! На счет 3. 1, 2, 3. Суперстрайкеры! А? Они с ума сошли? Непонятно, что там происходит, но до финального свистка осталось совсем немного. Может, судья остановил матч? Следить за ходом игры по-прежнему очень трудно. Я все еще слышу трибуны, только их не вижу. Дождемся первой атаки. Блок перехватит мяч. И сразу начнет контратаку. Готовы? Налево. Потом направо. Давай! Вот так. Еще 5 шагов и удар. 1, 2, 3. Бей! Нет! Налево? Нет. 10 шагов вправо. Нет. 23 шага влево. Нет, стоп. Что это? Как это у них получается? Я не уверен, но мне кажется, что мяч у Шейкса. Тормози, Шейкс. Больше пасовать некому. А как же Блок? А? Надеюсь, ты там. А сейчас мяч у Блока? Да! Он забивает! Гол! Суперстрайкеры! Ха-ха-ха! Какое потрясающее командное взаимодействие! И побеждают суперстрайкеры! Несмотря на туман, обе команды сыграли блестяще. А? Да, Блок, на Брайле это значит тупица. О, нет! Это мы и должны были выиграть! Нет, серьезно. Я сам хотел предложить этот трюк с точками. Ого! В
Вчерашний матч – лучшее, что я видел! То есть, почти видел. В новостях сказали, вы сделали так, а затем вот так! А Шейкс такой А потом... Извините. Пока, Блок. Пока, бро. А? Переведено и озвучено студией The Kitchen Russia в 2019 году.